Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского округа Вячеслав Киреев проверил готовность Жаворонковской школы к новому учебному году. Все школы и детские сады образовательного комплекса готовы. Осталось только провести некоторые работы по уборке помещений. А председатель Совета депутатов Одинцовского округа Татьяна Одинцова и депутат от «Единой России» Нина Гинтова встретились с коллективом Лесногородской средней школы. Депутаты рассказали педагогам о реализации наказов жителей округа, о том, что было сделано в муниципалитете и Подмосковье за последние годы в сфере образования, а также о мерах социальной поддержки, которые действуют для педагогов в Московской области. Также партийцы рассказали о предстоящих выборах губернатора Подмосковья. Мероприятия прошли в рамках проекта «Новая школа» и подведения предварительных итогов реализации проекта «Подмосковье. Территория перемен», в соответствии с которым выполняются наказы народной программы «Единой России» и губернаторские инициативы.